Удобно сидите? Да. И жмет не дает нигде ничего? Нет, все, отлично. Ну, хорошо. Это барабан. Неравномерно. Приземляется. ИБМ. Он тренирует этот чемпионат России. Здесь тренироваться гораздо выгоднее и больше, чем если бы он с самолета прыгнул. Он прыгнет 20 прыжков до вечера. Ну, а да. Самолета сколько? Тем более сейчас у них нормального нет, но нам 2. Нормальный продали Ан-28. Внимание, сброс тяги. Отцеп. Есть отцеп. Из-за чего?
у него площади меньше. Или у нас вот такая вот, да? Или у него вон. Плюс у него ткань, которая рассчитана, чтобы на открытии не рвалась, она немножко воздухопроницаема. У нас абсолютно непродуваемая система. У него немножко рвалась. Посадку будем заходить, ножки в уголочек сделаете. Ну видели, да, посадку? Ну, пока да. Еще рано, я скажу. Потому что у вас там аэрбэк полноценный под пятой точкой, я вас на него покажу. Попадет, не попадет, он, по-моему, перелетел. Кидают. Чуть вперед пролетел. Не-не, это проекция у нас такая. Он над ним висит примерно. И вот сейчас парашют давит, чтобы тот туда пришел. Пошел. Вот он вертикально в него спускает, отсюда видно. Угу. Попал. Попал. Красавчик. Ну что, 6 тысяч прыжков. Блин, чуть-чуть опять не попал я, блин. Ну что ж я, подожди. Чуть-чуть пораньше отпускать надо. Да суй я в конус влететь, чё? Понравилось? Да. Всё?